шахматном наборе под названием Terror Chess Set роль белых ладей выполняют они. Время. А вы знаете ответ на этот вопрос? Если да, то можете пополнить ряды белгородских знатоков. А пока в отборочном туре встретились самые сильные представители 10 сборных со всей области. За игровым столом по 3 человека, однако братья Ерофеевы и строители уверены, что справятся и вдвоем. Интеллектуальные поединки – их конек. Первую игру мы с братом посмотрели вообще еще в 1977 году. Так что, конечно, самим попробовать было очень интересно. Поэтому, естественно, при первой же возможности решили сыграть. Это вот удовольствие от игры. И когда твой опыт, накопленные знания, они тебе пригождаются. Впервые над заданиями для зимней серии «Что, где, когда» корпела целая редакторская группа во главе с участником и двукратным победителем телепередачи «Своя игра» историком Дмитрием Богдановым. Его задача – отобрать и доработать вопросы, подготовленные участниками. В отборочном этапе их будет 36. На каждую игру я их буду подбирать, смотреть, чтобы не повторялись факты, проверять какие-то формулировки, добавлять подсказки в вопрос или наоборот их убирать. Иногда человеку, который задает вопрос, кажется, ну как, ну он же очень простой, а потом выясняется, что это вопрос очень сложный. Если его задавать команде, понятно, что туда нужно добавить какие-то ключевые слова, по которым они быстрее смогут догадаться. В Белгороде первые серии игр «Что, где, когда» прошли в 2011 году. Начиналось все с небольшого кружка единомышленников. Теперь это уже целые интеллектуальные сезоны. Инициаторами и организаторами выступают новопоколенцы. Одно из направлений их работы – благотворительность. Этот сезон игр пройдет под эгидой добра. Мы впервые это делаем. У нас есть небольшой оргсборг. Деньги, собранные, мы передадим в благотворительную организацию «Милосердие и заботы». Будут приобретены средства личной гигиены для людей, которые там находятся. Напомним, отборочные игры проходят в спортивном формате. На один вопрос ищут ответ сразу несколько команд. Побеждает та, которая даст больше всего правильных. Условия для всех равны. 6 самых сильных команд будут ловить хрустальную сову за хвост в традициях телеверсии «Что, где, когда». Наталья Войтенко, Дмитрий Коваленко. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.